Madison Square Garden Productions presents a 15-round bout for the lightweight championship of the world between the champion, Ken Buchanan, of Edinburgh, Scotland, and the challenger, Roberto Duran, of Panama City, Panama. The principals in this championship event for the evening, coming from Panama City, Panama, 132 1/4 pounds even. He's wearing blue trunks, white stripes. Всем привет, добро пожаловать на каналы Viasat Sport и Viasat Sport HD. Мы продолжаем рассказ об истории мирового бокса. Добрались уже до года 1972. И сейчас поговорим о панамском боксере Роберто Дюране. Один из тех героев вот этой большой нашей серии, который дожил до наших дней, да и не просто дожил до наших дней, а провел какую-то совершенно невероятную карьеру, которая продолжалась в общей сложности 33 года. Впервые на ринг вышел Роберто Дюран в 1968, а в 1990... В 2000-м, то есть спустя 32 года, он стал снова чемпионом мира. Ну, правда, по версии такой достаточно провинциальной организации. Сделал это Роберто Дюран. Но сейчас мы видим его в бою против Кена Бьюкенена в июне 1972 года. Бьюкенен, как обычно, в своих странных шортах в шотландскую клетку. Роберто Дюран, как обычно, похож на нализавшегося валерьянки кота, который просто летит вперед, не разбирая дороги, не разбирая, кто там перед ним, Бьюкенен это ли или нет. Скорее всего, Роберто Дюран просто видит определенную цель, которую надо бить и желательно попадать. Lightweight title по версии WBA. Мы поговорим еще о том, кто был чемпионом мира в этой весовой категории. Да, Кен Бьюкенен явно несколько заторможен сейчас и не до конца понимает, что происходит. Он не ожидал, что Роберто Дюран вот прям так на него рванет. Buchanan has all the guns in the arsenal. About a minute to go in round one. It's scheduled for 15. 15 раундов запланировано в этом бою. 26 лет Кену Бьюкенену, 21 Роберто Дюрану. У Бьюкенена только одно поражение в карьере к этому моменту от Мигеля Веласкеса в Испании в 70-м году. Что-то там, наверное, было ошибкой его менеджмента, потому что он поехал в гости к другому чемпиону боксировать по, ну, почти что его правилам, можно и так сказать. И дело не пошло. У Роберто Дюрана никаких поражений в карьере нет. У него 28 боев, 28 побед, из них 24 нокаутом. Причем уже успел Роберто Дюран добраться до таких настоящих величин. Ну, определенно есть водораздел в карьере Роберто Дюрана. Это все, что происходило до его первого боя в США и то, что было уже после. Впервые в Соединенные Штаты Америки Дюран заехал в сентябре 1971 года для боя с Бенни Уэртосом, которого нокаутировал в первом раунде в конце первой минуты. Пуэрториканец, конечно, наверное, ничего не понял, но зато поняла Америка, кто оказался у нее в руках. И
Вот теперь как раз с Кеном Бьюкененом второй бой в Америке. При этом Дюран уже успел победить у себя в Панаме в зале Химнасио Нуэво в Панама-Сити, где он львиную долю своих боев проводил такого известного боксера, как Хироши Кобаяши. Но и мексиканца Франсиско Муньеса в предыдущем бою Дюран, опять-таки, выжил с ринга в первом раунде. Поэтому Бьюкенену тут есть чего опасаться. Я думаю, он сам прекрасно понимает, каким тяжелым для него соперником будет Роберто Дюран. Вообще, учитывая, что Дюран заканчивал карьеру в возрасте 50 лет, вы, наверное, понимаете, у него, кстати, особой паузы-то даже не было. Это ведь не как Джордж Форман, который там 10 лет пропустил, потом стало скучно и вернулся на ринг. Нет, у Дюрана максимальная пауза была 2 года. Причем даже не 2, а 1.5. С декабря 89 по март 91-го. Ну, с марта 91 по сентябрь 92-го. Вот такие паузы были. И при этом Дюран для многих оставался очень опасным боксером даже в возрасте за 40. Потому что пробить-то он по-прежнему мог. Так, как надо. Ну, что касается Кена Бьюкенена, то разумеется, что его карьера не была столь длинной. Кен Бьюкенен покинет ринг в 1982 году, ну, когда просто поражений станет ощутимо больше, чем побед и ничейных результатов. Ну, а вот сейчас он, выиграв титул Исмаэля Лагуны, защитив его против все того же Лагуны и Рубина Наварро, вылез против Роберто Дюрана. Кстати, тоже ведь дрался в Америке не очень часто. Последние 2 боя прошли в Англии, на Уэмбли и в Йоханнесбурге, в Южной Африке. Рокки Дюран, вы видите, написано на костюмах у сотрудников штаба Роберто Дюрана. Джонни Лобьянко, рефери этого боя, Джек Гордон и Билл Рехт подсчитывают очки. Ну, чего, возможно, делать не придется. Как я уже сказал, у Дюрана ни одного поражения к этому моменту, все победы нокаутами. Почти, да, 24 из 28. Ну, если вот тех 4 искать, Карлос Мендоза в первом бою отстоял 4 раунда против него. Затем Эдуардо Фрутос в 11 бою 6 раундов. 10 мексиканец Селипе Торрес у себя дома в Мехико в 16 бою. И вот за последнее время кубинец Анхель Робинсон Гарсия, приехавший к нему в Панаму, тоже отстоял 10 раундов. Всех остальных Дюран укладывал очень быстро, причем очень много побед в первом раунде. В начале карьеры вообще 6 подряд. Попадает Дюран. Фантастическая скорость и тело, и рук. Бьюкенен, я думаю, что просто никогда таких соперников перед собой не видел. Дюран уступает в росте. Не сильно, но у него немножко такая сутулая стойка, из-за чего кажется, что он еще меньше, уступает в размахе рук, а руки короткие, в прямом смысле слова, у Роберто Дюрана. Но это все вещь второстепенная, когда это компенсируется такой скоростью выхода в атаку. И самое главное, вот этот момент выхода в атаку Бьюкенен практически все время не видит. Да, он может отмахнуться в ответ, даже попасть. Но атаки он зевает просто одну за другой.
The right missed, the left hook was a grazing one. A minute to go in round three. Ну вот самое начало боя, а Бьюкенен выглядит уже, я не скажу, что сильно уставшим, но уже немного измотанным. Ten seconds to go in round three. Десять секунд до окончания третьего раунда. Round four at Madison Square Garden, the lightweight championship of the world. Ken Buchanan, the champion, who has had a busy time defending himself. Roberto Duran, the challenger, in the darker trunks. Duran from Panama. Buchanan from Edinburgh, Scotland. Причем обратите внимание, что вот в эти такие жесткие и серьезные удары Дюран предпочитает вкладываться в самом начале раунда. Таким образом. Обозначает, кто тут хозяин, зачем должны на самом деле следить арбитры. He absolutely gives Buchanan no rest. The question is, can he keep up that pace? He hasn't gone the 15-round route. He hasn't had to most of the time. Все время вынужден пятиться Бьюкенен назад. He's taking the punch as well, however. They both get wild. A minute to go in round four. Buchanan seems to be getting his boxing rhythm a little more now, or perhaps the pace. Maybe showing on Duran. It's been a torrid pace all the way. Ну вот, пожалуй, первый раунд, где Дюран немного подуспокоился. Ten seconds to go in round four. Duran seemed annoyed at himself as that round came to a close. It was a very close round and certainly would be hard to score. There's the corner of Duran as Mauricio Smith and his Panamanian band and dancers. Да, вот звучат какие-то панамские мотивы музыкальные в зале. Ну, Madison Square Garden, как и, в принципе, любая нью-йоркская арена, но особенно Madison Square Garden, это такое место, что туда откуда ни привези бойца,
придут на него. Именно там, если помните, Владимир Кличко дрался с Султанахмедом Ибрагимовым. Бой, который многие считают худшим в тяжелом весе чуть ли не за всю его историю. И вот они, панамцы. Бой на самом деле был очень тяжелым и скучным, но публики в зале было огромное количество русской и украиноязычной. Там весь Брайтон-Бич практически приехал. Год копили на то, чтобы попасть на этот бой. И так с каждым. Панамец ты, шотландец. Ну, про Италию с Ирландией, наверное, и говорить не стоит. Немцы заезжали сюда в больших количествах, когда их боксеры дрались. Африканцев полно. Ну, про Кубу, опять же, и Пуэрто-Рико тоже говорить не стоит. Все ясно. Ну и, естественно, приезд Роберта Дюрана панамские фанаты не могли пропустить. Дюран уже близок к тому, чтобы уложить своего соперника. Сколько ударов пропускает Кен Бьюканан. И все за счет одного, за счет мгновенной просто скорости. Как действительно, как пушки работают обе руки Роберта Дюрана. Но тем более, что первый бой у Бенни Уэртеса Дюран тут выиграл, рекламу, так сказать, себе сделал. Тогда, учитывая, что бой завершился в первом раунде у всей этой делегации с бубнами и национальной музыкой, не было шанса себя проявить. Left eye of Buchanan has a slight cut under it. Buchanan's mouthpiece goes out. More than a minute to go in the round. Так, ну и вот теперь уже у Дюрана некоторые проблемы, потому что он нарвался на удар. Еще минуту тут боксировать. И здесь, кстати, вот в таком бою очень многое зависит от Джонни Лобьянко. Попадает длинным правым боковым, который на самом деле таким скорее правым верхним был Роберто Дюран. This has been some round and some fight. Ten seconds to go on this round. Десять секунд в раунде. Ну вот тут уже есть вопросы, кто победитель. Round eight, and Duran flew out of his corner. Восьмой раунд, переместились мы немножко вперед. Дюран вылетает буквально из своего угла. Его физподготовка, конечно, выглядит потрясающей, но, с другой стороны, ему 21 год. И, в общем, только тем обстоятельствам, что он супер рано начал свою профессиональную карьеру в возрасте 17 лет, объясняется такой опыт его. Даже не в 17, а в 16. Дюран впервые вышел на профессиональный ринг. Что, кстати, очень интересно, он проиграл три первых боя в любителях. Вот как вы думаете, какого еще боксера это бы сподвигло продолжать свою карьеру? Ну, в общем, наверное, никакого. With Buchanan. Buchanan has not had the firepower to keep him off. The round half over. Round eight of a 15-rounder.
Ну так вот действительно задуматься. Три первых боя в любителях проиграл. Любители — это еще далеко не профессионалы. Это совсем не то. И ты прекрасно понимаешь, что для того, чтобы зарабатывать деньги, а Дюран все-таки представляет не коммунистическую Кубу, и медали — это еще далеко не все для него. Тем более медали, которые потом ничего не стоят, и за которые тебе государство будет платить пенсию в 20 или 30 долларов, как это было на Кубе с Теофилом Стивенсоном. И вот Дюран все равно шел по этой дороге. Больше ни разу, кстати, в любителях не проиграл. Вылез в профессионалы, ни разу не проиграл и там. Ну и вот здесь он прессует Бьюкеннона. Он отправил его в нокдаун в первом раунде. Он, конечно, выигрывает. По очкам, но думаю, у Дюрана другая цель. He's 21 years old, 132 and a quarter pounds. Stands 5 feet 7. There's the corner of the challenger, who would seem to be ahead on points in this lightweight championship bout. Don Dunphy ringside, round 9. Again, Duran keeping the champion against the ropes, giving him no time to get set. Ну что, все тот же сценарий, мне кажется, Бьюкеннон его просто уже не может изменить. Ну, во-первых, он явно с самого начала боя деморализован, а во-вторых, и это самое главное, Бьюкеннон просто не знает, что ему делать. Вот его Дюран под град ударов ставит в каждом раунде, и Бьюкеннону бы паузу хоть какую-то взять, ну, не минутную между раундами, что-то побольше. Может, это и помогло бы. I would say that Buchanan has one hope, and that is that Duran may have punched himself out before the end. No signs of it yet, though. Johnny Lobianco, the referee's done a nice job in there. No. Buchanan looking a little better. Every time I say that, he runs into one. Смотрим дальше, что остается. Round is over. Round 9 of a 15-rounder. Еще одно тяжелое попадание от Роберта Дюрана. Причем обратите внимание, что он с улыбкой буквально летит вперед. А у Кена Бьюкеннона, когда его показывают крупным планом, выражение крайней усталости на лице. Кстати, из последних трех боев два у Бьюкеннона прошли полную дистанцию, а из последних шести — четыре. Так что, в принципе-то, он к длинному бою должен быть готов гораздо лучше, но Дюран просто высосал из него все соки, все силы, все то, что было. Внутри Кена Бьюкеннона к началу этого боя. И ведь он был фаворитом. Дюрана хуже знали, считали, что у него много боев мусорных, которые не стоит всерьез рассматривать. Это, кстати, такая достаточно частая ошибка в анализе
каких-то вообще боев и вот этих показателей что-то считать мусором. Десятый раунд. Ну, мне кажется, что даже просто с точки зрения какой-то элементарной логики, ну, должен наступить момент, когда Дюран притормозит. Ну, невозможно же 15 раундов в таком темпе боксировать. Это что-то невероятное. У Бьюкенена уже рассечение. Но, учитывая, сколько ударов ему всаживает Роберто Дюран, удивительно, что только лишь рассечение, а не какие-то более серьезные последствия. Бьюкенен making use of that educated left jab now. His trouble is in getting nailed with rights. Ну, видите, как отваливается просто на канаты Бьюкенен, просто отсылает своего соперника, ну, отталкивает реально, отталкивает подальше. Просто потому, что он уже очень устал. И, кстати, думаю, что, учитывая, какой номер раунда и что вообще происходит в этом бою, ну, как бы Бьюкенен просто уже не потерял веру в то, что... ему удастся как-то поменять сценарий этого боя. And the champion's putting more power into his punches. Less than a minute to go in round 10 of a 15-rounder. В таких ситуациях всегда велик соблазн начать рассуждать о шансе нокаутера, но я думаю, что сейчас это вообще ни к чему делать. Remember, Buchanan came from way behind in his fight against Laguna and won it in the last rounds. Потому что если бы Бьюкенен был в состоянии нокаутировать Роберто Дюрана, да, даже если бы он был в состоянии попасть по нему больше, чем в двух раундах, он бы это давно уже сделал. 10 seconds to go on the round. Roberto Duran's corner again. Duran is in here because on the semifinal of the Laguna Buchanan fight in last September, he fought a game little fighter named Benny Puertas and knocked him out in 1-13 of the first round with some terrific punching. So they looked up his record and found out he was a terrific KO artist and was undefeated. He's won 28 and lost N-O-N-E, and with 24 knockouts, 9 of them in the first round. That's Freddie Brown, a fine trader, swabbing off his face. Ray Arcel directly in front of him. Ну и вот опять все эти панамские напевы. Дюрана с большим трудом вытаскивает капу его. Один из секундантов, возможно, тренер, но я думаю, что все-таки, наверное, секундант. И тут такая, я бы сказал, что самая главная история – то, что капа выглядит как первобытный, как будто она осталась у Дюрана, ну, чуть ли не со времен его выступлений на любительском ринге. Ну, опять два удара, даже несмотря на то, что Дюран сейчас запутался в канатах, а его уже несет, его просто заносят в пространстве из-за того, что концентрация не та, что была в начале боя, и сил уже не так много. Но сейчас опять попал дважды сразу же в начале в Бьюкенена, и я думаю, что
конечно, все и всем здесь обозначил. Это, кстати, годы такие определенного кризиса в американском тяжелом весе, потому что у них за все время с начала 62-го года только один-единственный чемпион будет Мандо Рамос. И то, как вы понимаете, он такой американец довольно условный. Родился, правда, в Калифорнии, но, естественно, из мексиканской семьи. Ну, а потом вообще, кто только не будет править вес вот в этой весовой категории, она, пожалуй, достойна считаться чуть ли не самой интернациональной, потому что там были еще до Второй мировой войны ирландец, швейцарец и датчанин чемпионами. Потом появились мексиканцы, Пуэрто-Рико, Исмаэль Лагуна, это опять-таки Панама, Карлос Тео Круз, Доминиканская республика, вот Бьюкенен, пожалуйста, это Великобритания. Ну а дальше начнется просто какая-то абсолютная феерия. Япония, Аргентина будут представлены. Вот Пернел Уитакер, да, это заметный был американский боксер в этом весе. Очень долго мексиканцы будут у американцев отбирать титул друг у друга и обратно. Флойд Мейвезер, кстати, здесь боксировал. Эдвин Валера, это Венесуэла. Дэн Златичанин был чемпионом мира, черногорец. Это я WBC беру и другие версии, если взять там все еще лучше. Клод Ноэль, Тринидад и Тобаго, Ливингстон Брамбл, Сент-Китс и Невис. Причем больше двух лет чемпионство сохранял. Динган Табелла, Южная Африка, Арзубек Назаров, Кыргызстан, Франция, Италия, это уже понятно, Аргентина, Лаквасим, Монголия, профессиональный чемпион мира по боксу. Ну и сейчас здесь, в этом весе, есть Василий Ломаченко. Далахою, конечно, тоже следует упомянуть. Оскар Далахоя тоже выступал в этой весовой категории, добивался больших результатов. Но вот как в середине 60-х разрубили этот вес пуэрториканцы, панамцы и Кевин Бьюкенен. В общем, с тех пор доминации никакой у Соединенных Штатов Америки нет. Ой, как жестко. Ой, как жестко. И Дюран сейчас повернут к нам с вами спиной, как бы к экрану, да. И, в принципе, при определенной фантазии вы можете представить себе, что вы эти удары пропускаете, а если бы были 3D-очки, вы бы это увидели все. Ну и посмотрите. Никому в зале, есть, конечно, там есть шотландцы, точно есть, но никому не нужна победа Бьюкенена, потому что все предыдущие раунды убедили, что Дюран лучше, а ирландцы-то наверняка болеют против Бьюкенена. Им-то что до него? Ну все, ну уже просто трудом держится на ногах Кен Бьюкенен. Да, такого... Такого боя у него в карьере не было. Ну и тут, знаете, еще я вам скажу, какой показатель важен. Бьюкенен не хотел реванша с Дюраном. Это очень важная характеристика для проигравшего. Хотя бы декларировать, хотя бы заявить о том, что ты хочешь реванш, это всегда важно. Это говорит о многом, о том, что ты хотя бы не согласен. А Бьюкенен ничего больше о Дюране говорить не хотел в своей жизни. Бабах. Правый боковой. Тут уже грязь идет такая небольшая. Дюран уже лупит сверху. Но он разошелся. Он просто сейчас в состоянии эйфории такой.
прибывает там ниже пояса, по-моему, уже попал. Here's a replay of the last round. Look at that right hand flush on the jaw. And you can see how puffy. Ну, пошли наконец-то повторы. Buchanan holding on. О, здесь чуть в рефери не заехал Роберто Дюран. Ну, действительно, такое впечатление, что его подключили к электросети, и он вообще ничего не слышит, не видит. У него, как я, кстати, я же сказал об этом в первом раунде, у него такое впечатление, что какой-то есть квадрат, какая-то такая цель, да, куда он бьет, и все, и он ничего не соображает больше. 13-й раунд. 36 минут провели уже боксеры в ринге. У Бьюкенена математически нет никаких шансов на победу, кроме как нокаутом. Я думаю, что если он человек более или менее здравомыслящий, а все-таки были основания так считать, то он должен это все понимать безо всяких судей, без тренеров, без шпионажа за записками, который уже существовал потихонечку в те годы. Но он просто должен отдавать себе отчет. Но ясно, что он тут проигрывает по очкам вообще в одни ворота. Че, какая еще может быть для него победа? Для действующего чемпиона и для фаворита. Ну и посмотрите, ему больно от всего. Это накапливающийся тоже эффект. В первом раунде, во втором он мог бы не заметить этот удар Дюрана, но Дюран уже добил ему все, что можно, и в корпус атакует. Да, дивное зрелище для Америки. Роберто Дюран. Так кажется, человек начал боксировать в 68-м году. Ваш покорный слуга появился на свет в 75-м. И я хорошо помню позднего Роберто Дюрана, то есть уже в сознательном возрасте абсолютно. Его бои, например, с Бектором Камачо, с аргентинцем Хорхе Кастро. Бьюкенен устал, он захватывает руку соперника. Не знаю, в надежде на что. Мне кажется, что вообще мог бы угол Бьюкенена. Но это всегда легко говорить. И очень сложно, будучи в углу, это решение принять. Но вполне мог бы угол что-то бы сделать. The challenger has tremendous vitality and stamina. Да, выносливость и подготовка Дюрана – это что-то с чем-то. В те годы, естественно, еще не было такого допинг-контроля, как сейчас, поэтому разговоры о том, на чем боксировал Дюран, они, кстати, продолжаются достаточно давно и до сих пор. Бам, бам, гонг. Не слышит Дюран гонга, его вынужден рефери оттаскивать. И что здесь, Дюран попал ниже пояса своему сопернику? Пока повторов нет, я так скажу, что, конечно, это выглядит неубедительно. Бьюкенен отправляется в свой угол. По правилам, при таком ударе ниже пояса должен Лобьянко снять пауз Роберто Дюрана. На это ему совершенно плевать. Дюрану. Снимут бал, и ничего не будет. А во-вторых, должен дать время на восстановление Бьюкенену. Там уже и доктор в углу, Харри Клейман. The fight has been stopped.
Так, бой остановлен. Роберто Дюран, новый чемпион мира. Конечно, скандальная концовка. Глупая достаточно. Полиция, посмотрите, как сразу занимает свои места в ринге и выталкивает отсюда всех желающих панамским флагом помахать. И, кстати, все ищут Джонни Лобьянко, чтобы он объяснил свое решение. Tell us what happened there at the end. He apparently got hit just after the bell rang. I didn't think it should be counted. He was unable to... Was he hit low? He seemed to get hit in the lower part of his abdomen. Wasn't a low blow. You don't think it was impossible to be hurt by a low blow without foul. All right, yeah. Without tail or cup. Ну, Лобьянко объясняет это так, как, наверное, и должен единственным образом. Я пытался оттащить Дюрана в его угол, но он нанес удар, и по инерции этот удар пришелся в нижнюю часть живота. Был он ниже пояса или нет? У меня нет уверенности. Если нарушение, нет. Я считаю, что нет. Он не планировал туда бить. Давайте смотреть повтор. Ну, конечно, для Бьюкенена изображать сейчас принцессу на горошине и то, что он проиграл только из-за этого удара, это просто немыслимо смешно. Это совсем неправда. Вот, смотрите, бросается рефери. И вот куда? Куда попадает Дюран в этой ситуации, при том, что его руку держит арбитр? И, соответственно, Дюрант не до конца контролирует происходящее. Ну, таким скандалом заканчивается бой. Такое бывает. К этому, в общем-то, надо относиться достаточно спокойно. Сейчас в современном мире уже и относится к этому достаточно спокойно. Где перчатка Дюрана? Вы видите ее? Я нет. По всему кажется, что попал он все-таки повыше пояс. А самое главное, по всему кажется, что Бьюкенен-то слышал гонг, и он бы мог уйти в свой угол. Вот так Дюрану засчитывают технический нокаут. Один из самых красивых боев в его карьере становится сразу же одним из самых скандальных в его карьере. Сорок с лишним минут мы с вами это смотрели. У нас не было сомнений, кто выиграл. И вот из-за одной глупости появляются сомнения, дрязги, споры и так далее. It's a pleasure for Madison Square Garden to bring you tonight's World's Lightweight Championship bout. This is Don Dunphy wishing you good night from Madison Square Garden.